16 ноября весь мир отмечает День толерантности. Накануне этой даты в библиотеке номер 4 провели урок нравственности. «Добро по кругу» предложили передать четвероклассникам первой школы. Детям рассказали об истории своеобразного праздника и о том, что делать, когда бывает плохое настроение, недовольство собой и окружающими. А знаете ли вы, что с этим справляться совсем не сложно? Просто для этого вам понадобится как раз толерантность. Толерантность – это важнейшая человеческая ценность и осознанный выбор каждого. В переводе с латинского языка толерантность означает терпение. Терпимость – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Ребята узнали об основных чертах, которыми должна обладать толерантная личность. Тут и расположенность к людям, и чуткость, и доверие, и даже чувство юмора. Обсудили басню Эзопа и посмотрели тематическое видео. В ответ на доклады работников библиотеки школьники и сами выступили со стихами. Люди на свет рождаются разные, не похожи, своеобразные. Чтобы других ты смог понимать, нужно терпение все воспитать. Нужно с добром к людям тоже. Дружба, любовь в своем сердце хранить. Поставленную задачу взрослые выполнили. Детское понятие о доброте расширилось. Лексикон пополнился новым взрослым словом. Теперь выпускники младшей школы знают, что такое толерантность.